1 марта вступили в силу поправки в федеральный закон номер 498 об ответственном обращении с животными. Так, теперь действует полный запрет на продажу питомцев в зоомагазинах и на птичьих рынках. По мнению депутатов Госдумы, продажа животных представляет собой черный рынок. Кроме того, содержание продаваемых особей не всегда гуманно. Где теперь продавать и покупать четвероногих? И спасет ли закон живой товар от гибели? Тему продолжит наш корреспондент. Где еще 20-30 лет назад можно было купить домашнего питомца? Первое, что приходит на ум – птичий рынок. Птичка была и в Твери. Коты в клетках, щенки в ящиках. Картина знакома многим. Но с 1 марта эта практика уходит в прошлое. Продажа животных на улице и в зоомагазинах запрещена. Госдума приняла поправки в закон 498, условия в которых сегодня содержатся животные в торговых точках, зачастую далеки от нормальных, считает автор закона Владимир Бурматов. Мне люди говорили, что покупают животных в зоомагазинах из-за жалости. Им тяжело смотреть на многомесячные мучения братьев наших меньших, находящихся в непроветриваемых аквариумах, без возможности выгула, без ветеринарной помощи, нормального режима питания и социального общения. Впрочем, мелких грызунов, птичек и рыбок пока оставят на прилавках. А вот за собаками и кошками на выставку или в питомник. Они есть во всех городах. Здесь, на окраине Твери, уже более 30 лет супруги Роман и Татьяна занимаются разведением ротвейлеров. По всем правилам. Это ответственное дело, сетует хозяин. Животному должно быть комфортно в первую очередь. Для содержания животных приспособили участок. Территория порядка 15 соток, на которой находится и питомник, в котором содержатся собаки. Ну, общее количество у нас где-то около 16-18 собак, не больше. В том числе у нас есть специальное отдельное щенячье отделение, родильное отделение. То есть мы это делали по старым нашим советским ГОСТам. Это размеры вольеров и питомника и по вариантам европейских питомников. Нужно отметить, что у питомников есть преимущество. Гарантия, что животное здорово, а еще животное содержится в комфортных условиях. Ведь за заводчиком бдит Российская кинологическая федерация. Питомники стоят на учете. К разведению собак жесткие требования. Родители ждут тесты на психику, генетику, а заводчик и потомство постоянный контроль. Каждый помет у нас проходит актировка, то есть приходит комиссия из клуба, осматривает щенков. Опять же, мы должны составить акт, что щенки находятся в светлом, теплом помещении, что они здоровые абсолютно. Всем им ставится клеймо. Каждую собачку можно вообще дифференцировать. Нас жестко вообще контролируют. Но есть, конечно, такие питомники, которые нигде не состоят. Зачастую заводчики – это те люди, которые любят животных, видят в них не только золотую жилу и, конечно, пекутся о своей репутации. Но есть и нигде не зарегистрированные, кроме социальных сетей, питомники, которые могут подкинуть кота в мешке покупателю, а заодно и проблем с зооволонтером. Мы знаем, что такие есть истории, когда в погоне за прибылью некоторые владельцы так называемых питомников эксплуатируют нещадно животных, и когда животные заболевают или теряют там какие-то репродуктивные возможности, они попросту от них избавляются, выбрасывают. Здесь, должна быть, конечно, как говорится, личная совесть лучшего контролера у владельцев таких питомников, и, б, это, конечно, общественный надзор. По закону проверять торговые точки, питомники частных заводчиков теперь, кроме кинологических организаций, будут Россельхознадзор и Роспотребнадзор, что, безусловно, должно стать проблемой для нерадивых заводчиков. Вообще, на сегодняшний день нет острой необходимости стоять на рынке с клетками и коробками, ведь есть социальные сети, сайты с объявлениями о продаже питомцев. Только прежде чем звонить, нужно проверить организацию по отзывам и установить, насколько она легальна. Есть ли, например, у нее документы от Российской кинологической федерации? А если вам не важна родословная четвероногого друга, то лучше взять его из приюта.